Всем привет-привет! Мы на канале Олег Чертарлок. А сегодня мы будем ловить клопов и жучков. Как твоя новая игра называется? Сейчас помню. Ловить клопов. Да, клопы в кровати, да? Ага, папа, ну. Да, ну что, открывайте. И тетенка. Да. Ух ты, что это? Это кровать. Так, это кровать красная, Алексей. Ты ж любишь яркое. А вот жучки. Смотри, клопики какие. А как они прыгают? Ну, сейчас посмотрим. Давай кровать соберем, поставим. Спинки. О, это кто? Это кто? Спи. Смотри, кто-то спит. Дядька спит. О, резина. Лексик, ты будешь зелененьким? А что надо выбить какой-то? Это надо выбить. Да, нужно выбрать цвет. Выбирай, какой ты будешь цвет. Каким цветом ты будешь? Желтым? Да, желтым. Вас двое, вам нужно два цвета. А у меня какой будет? Давай зеленый. Давай зеленый. А вот это две мамы. Так, мои зеленые, твои желтые. Ага. Высыпай. Высыпай их в кровать. Твои желтые. А как он зеленый? А как он будет прыгать? Сейчас посмотрим. Теперь нужно включить кровать и посмотришь, как он будет давай, прыгать. Давай, на раз, два, три. Ой, давай! Только пинцетом можно. Все. Итак, Лексик, давайте еще раз сыграем. Давайте. Давай. Давайте с клопов своих. Кровать. Надо размешать их. Лови, лови, Лексик. Зеленые сами выпрыгивают, да, Лексик? Yeah! Что, ты победила? Да. Папа будет два цвета ловить, а я один желтый. Да? Да. Высыпай все сюда. Ну что, начнем? Раз, два, три. Три. Молодец, ура! Всем пока-пока! Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. Пока! Бай-бай! Пока.